Ну что ж, Мехмед, я очень рад за нас. Спасибо, Халиль, я тоже. Ладно, передавай всем привет. Передам. Папа, папа, я... Папа! Мама, я хочу жареную картошку. Хорошо, сыночек, я сейчас закончу это и пожарю, ладно? Боже мой, что случилось? Иду, иду. Что это за бесстыдство, Зихра, а? Что это? Ты знала об этом, Зихра? Ты знала об этом позоре? Скажи мне, а? Все это не имеет ничего общего с правдой, Риза. Это ложь? Значит, ты все-таки знала. Знала и ни слова мне не сказала, да? Ну что ты? Я навела справки, и все оказалось неправдой, Риза. Ты поверь мне. Какой стыд! Ты и твоя дочь, вы обе опозорили меня. Папа. Папа. Позови ее. Риза, я уже поговорила с ней хорошенько и все выяснила, Риза. Я сам поговорю. Она должна ответить мне. Из тебя будет спрос. И с этой бесстыжей. Пусть идет домой. Хорошо, хорошо. Сейчас. Джансу, зачем ты туда смотришь? Что? Зачем ты смотришь вниз? Просто, а что? Нельзя туда смотреть? Ладно, не сердись, я просто спросила. Итак, госпожа Санэм, вы снова проигнорируете желания других? Это просто небольшие изменения, Джансу. Не стоит придавать большого значения вещам. Кто бы говорил? С того дня, как оказалось у нас, ты мечтаешь все поменять в доме. Да, иногда мы привыкаем к чему-то, связываем с ними воспоминания, но не обязательно привязываться к вещам, чтобы помнить маму. Она ведь у тебя в сердце. Послушай, этот дизайнер просто чудо. Бесстыжая! Риза, ты что делаешь? Что Риза! Это? Как ты это объяснишь? Только папа, не надо ее пусти. Бить! Папа, успокойся! Не трогай мою пусти дочь! Пусти тебя, слышишь? Говоря. Не мешай! Не трогай ее! Папа, отойди! Иди, доченька! Не папа, надо! Папа, успокойся! Иди. Кто это? Кто это рядом с тобой? Ради бога, возьми себя в руки, Риза! А ну-ка, отвечай мне! Не надо! Ты должна Риза, мне не надо сказать! Вы вместе учитесь! Скажи, Риза, кто он такой! Хватит! Или сама скажешь, или я успокойся, найду его прошу и заставлю тебя ответить за это. Слышишь Риза меня? Этот сукин сын заплатит мне, Риза, за этот позор. Не надо. Хватит, папа. Убери руки, пусти нет, меня. Нет, не вмешивайся, нет, тебе я говорят. Я не пущу. Перестань, разве Риза. Держи себя в руках, хватит, папа. Успокойся, могла да что пойти с тобой на такое. Не пусти надо, меня, Риза, я сказал, перестань. Папа, успокойся. Не стой у меня не на пути. Надо. Ты ответишь мне? Что ты вытворяешь, а? Это он дал тебе телефон, да? Он? Вам? Вам надо было, чтобы я поднял шум, да? Мало было. Неужели мое моление на устах не послужило вам примером, а? Ну-ка скажи, скажи, чего я вам не дал, а? Чего молчишь? Почему мои дети выросли такими безрассудными, а?
Как вам не стыдно? Sesimde söyleyemediğim sözler var. Gizleyemediğim gözyaşlarım. Silip de unutamadığım sabahlar. Kokuladığım eşya. Вы можете подписаться на наш канал, чтобы смотреть больше видео, включить уведомления, чтобы смотреть первыми.